Вот мы видим второй день пребывания производителей в нерестовике. Ну вот, как мы видим на видео, самец уже начал строить гнездо из пены. Параллельно вот ухаживает за самкой. Видно, что у самки круглое брюшко. Вынуждены были развернуть несколько аквариум, чтобы, так сказать, все действие проходило перед нами. А то они хитрые, быстренько сместили мочалку в нашу сторону, спрятались так от нас и не в кипиш уже начали заниматься своим делом. Самка контролирует, вот самец уже походу стареет. Так активно, как молодые самцы, шапку не бьет.